Привет всем выжившим. И да, мы продолжаем проходить Banners of Ruin. В прошлый раз мы остановились на том, что переодевали свой отряд и даже одели своего хорька щитом в легкую броню. Но, может быть, все будет не так плохо. Давайте посмотрим. 100 опыта. 100 опыта, я, пожалуй, не смогу от этого отказаться. Угу, еще 100 опыта. Ну, как ты от этого откажешься? Так... У меня есть что-то ненужное, скажи, пожалуйста. Ну, Warcry мне, если честно, нравится, как работает. Vanguard тоже. 15 защиты. Но это, бывает, спасает в определенные моменты. А координация, ну, надо научиться, как ее использовать. Вот это странно работает, я мог бы от него отказаться. Хотя он иногда спасает. Ну, так, конечно, ладно, давай откажемся. Crossroad. Так, посмотрим, что нас будет ждать. Битва, битва, битва. Что ж, ну, деваться некуда, давай. Ну, это, конечно, серьезно. Это очень даже серьезно. Так, а мы сможем, получается? Нет, мы ничего не сможем. А хорьком только мы сможем сделать какую-нибудь интересную атаку. А так нет, нет. Что ж, нам придется как-то извращаться. Блин, конечно, комбинация карт нам далась, ну, отвратительнейшая, я бы сказал. Что у вас за броня-то? Легкая, легкая, легкая и легкая. Ну, ёлы-палы. Так, 5 защиты. Ну, ему бы не помешало, я бы сказал. Давай, может быть... Да, нам все-таки придется. Нам придется. Ладно. То есть мы сперва, получается, используем... Блин, видишь, а так бы мы использовали Warcry и двойной урон бы нанесли всем этим сволочам, сразу убив несколько. А так, можно сказать, испортил свою группу. Ну, что ж, поделать. Давай, защита. Так... Отлично. 12 урона. Ну, чё делаешь? Ладно. Вот так вот. Посмотрим, к чему это приведет. 18. Ладно. Так, ну пока что мы держимся. Угу. С задних рядов он еще не стрелял. Слушай, ну, у него 5 защиты. А, можно было бы попробовать. То есть, смотри, я использую сначала вот это вот умение. Угу. Так, ладно. То есть, я его использую. И следующей атакой я убиваю кого-то из ваших. Тебя, получая защиту. А тут я просто перемещаю своего хорька и беру ему защиту. И в принципе, да, можно просто ударить. Отлично, мне нравится. Так, 7. Так, ну вот это уже, конечно, попахивает не очень. Но... Давай попробуем... А, ты же... Подожди. Нет, он может переместить себя и даже кого-то ударить. Так, ну, это, конечно, интересно будет. Ладно. Попробуем. Координация. Так, на тебя давай. Ай, блин, я не так сделал. Или все-таки так? Нет, все правильно сделал. Отлично. Что ж, и теперь мы можем кого-то убить. Давай тебя убьем.
А на тебя повесим кучу всяких неприятных вещей. Так. Блин, а я мог бы его убить, если бы его атаковал. Эх, ладно. 18 и 15. Ну, пока что все не так уж и плохо, я бы сказал. Отказаться от карты, чтобы получить 3 урона. Ну, я не то чтобы в этом нуждаюсь. Так. Давай получим, наверное, немножко защиты всем. Отлично. А, кому бы получить урона? Давай ты получишь урон. Ну вот, пожалуй, откажемся от вот этой вот карты. Так. И у нас следующая атака будет наносить очень много. Ну, точнее, сейчас посмотрим. 8. И мы можем получить дополнительную защиту. Давай Харек у нас получит ее. 18-23. Вроде бы не так все плохо. Я бы сказал, все отлично. Что ж тут? Так, 8 здоровья нанес ему. Да, конечно, вот это умение у нас не будет работать как надо, потому что у всех уже нету защиты. Мы прошли уже этот этап. Что ж тут говорить? Так, а тут мы можем сразу убить. Нет, не сразу убили. Эх ты. Что ж, давай тогда просто добьем тут всех, кого можно. Слушай, ну мне нравится, у нас довольно сильный отряд получился. Нанести 6 урона, наложить слабость и вытащить еще одну карту. Вроде бы неплохо. Так. Ну, давай, эники-беники, ели вареники, вот это вот. Хотя много как-то защиты у нас получается. Ничего не скажешь. Так, купить карты. Ну, что-то такое, не хочу. Еще карты. Ну, вообще такое. Слушай, я даже не знаю, что выбрать. Это какие-то пьяницы, это какой-то зломный медведь. Ну... Не знаю, у пьяниц, наверное, как-то лучше будет. Давай у них возьмем что-то. 330. Ага, ты посмотри на это. Слушай, ну вот это вот выглядит неплохо. Тем более она действительно работает хорошо, поэтому почему бы и нет. Давай ее возьмем. Она стоит не так много. Хотя можно было бы вообще ничего не покупать. Пожалуй, сюда сходим. Так, и мы, пожалуй, откажемся от той карты, которую только что получили. Угу. Восстановить здоровье. Давай восстановим здоровье. Так. Фу, ну я бы сразился. Я давно не сражался. У нас довольно много опыта, поэтому почему бы и нет. Мы, кстати, можем получить уровень. И, скорее всего, его получим. Ёлы-палы! Да вы издеваетесь. И что мне с этим делать? Так, ну давай, наверное, получим защиту. Потому что пованивает это зерьмищем, я бы сказал. Так, 15 защиты получить. Слушай, ну учитывая, как они выглядят, а выглядят они очень внушительно. Давай попробуем. Так. Ага. А ты получай защиту. И после этого два раза атакуй. Тебя, пожалуй. И, наверное... А, давай по здоровью ему все-таки дадим. Конечно, выглядит это не очень. Не, ну у нас, конечно, тоже много защиты, но... По 10 атаки, ёлки-палки! Вау, полегче, ребят, полегче! Это опасно. Это действительно опасно. Так, фух.
Чё-то мне не нравится это. Слушай, ну мы можем, конечно, дать защиту ему. Давай, наверное, так и сделаем. Так, союзнику. А мы себе же можем дойти? Да, можем. Отлично. Так, дать 5 защиты и можем перемещать. Также можем переместить этого хорька, что, в принципе, я бы и сделал. Так, давай, может быть, сначала Warcry. Да, да, начнем с Warcry. Отлично. Следующая атака у нас должна нанести очень много урона. Где-то 24. Давай попробуем. 24. Так. Теперь мы можем переместить нашего волка, либо своего хорька. А, хоречек, давай, я в тебя верю. И сделаем координацию на союзника, естественно. А на кого из вас? Ну, ты мне не нравишься, так что... Тебе, наверное, попадет. Так. Угу. Ой, я думал, это по-другому будет работать. Ну ладно. Я все-таки хотел на волка наложить. 27 и 20. Так, он решил повесить на себя какой-то статус. Что ж, его дело. Ну а наша, пожалуй, ударить его топором. Так, икибаники или вареники тебя. 8. Ух, и мы можем еще ударить вот этим умением. И... В принципе... Смотри, что мы можем сделать. Отказаться от карты. И вдарить как следует по этим скотинам. Я бы, в принципе, так и сделал. Так, от какой карты же мне отказаться? У этого усиления просто, понимаешь? Подожди. То есть я могу еще одно усиление на него кинуть. Хотя, ну это глупо. Это было бы глупо с моей стороны. Так. Ну, что ж. Будем рисковать? Или все-таки не будем? Эх, ладно, хрен с тобой. Давай. Это получается, мы сейчас отказываемся от вот этой карты. 5. И тебя бьем. 13. И у него кровотечение. Отлично. Так, и после... Есть. Конечно, у него останется одно здоровье, но... Слушай. Одно здоровье. Что ты будешь делать? Так, а этот повесил на меня кровотечение. Не очень круто. Учитывая, что они сейчас потеряют здоровье, я так понимаю, да? Да, 4 здоровья, ёлы-палы. Ну, никто не говорил, что это все будет так легко. Что ж, можно было бы добить его. Давай попробуем. Ах, ты ж не можешь его переместить. Эх ты. Ну, смотри, я могу 10 урона ему отнять. Этому уже конец. Хм. Что же нам сделать? Ну, давай, может быть... Да тут, в принципе, думать особо и не надо. Мы уже почти выиграли. Но все-таки это как-то немножко пованивает, я бы сказал. На следующем ходу он, кстати, умрет, так что его можно было бы даже не атаковать. Но... Что ж... Ладно. Давай тебя переместим. И, пожалуй, ударим... Нет, нет, нет. Давай вот это используем. Так, и теперь я могу ударить тебя. Могу ударить, в принципе, всем, что есть. Так. А, нет. Оу. Ясно. Не хватило. Подожди, защита. Чуть не забыл. Слушай, ну, что ж. Не все так плохо. Кровотечение, и у этого 8 здоровья. В принципе, мы неплохо так сражаемся сейчас. Я бы сказал, совсем неплохо. Блин, здоровье, я забыл уже про него. Ты видишь. Эх ты. Так, ну все. Давай карту.
нанести 5 урона. Если это ломает вражескую защиту, нанести еще больше урона. Слушай. Ну, вот это выглядит как что-то неплохое. Вот это тоже выглядит как что-то неплохое. Но, конечно, 5 здоровья, то есть 5 урона, это довольно мало. Хотя, с другой стороны, этого иногда как раз-таки не хватает. Давай попробуем. Довольно интересное умение. Так. Что ж, у нас появились пассивочки! Так. На 9-м ходу у всех противников появляется кровотечение... Ой, не кровотечение, а отравление. Так. Как только этот персонаж, получается, бросает карту, сбрасывает, то он получает 5 урона. Слушай, ну вот это вот интересное. То есть каждый раз, когда атакует нашего волка, противник получает яд. Что, в принципе, не так уж и плохо, я хочу тебе сказать. Так, давай посмотрим, что у выдра, то есть хорька. Господи. Так, дайте мне на него посмотреть, пожалуйста. Ай, нет, не дают, ты посмотри. Ладно, давай вот это прокачаем. И тогда уж... Эх ты, на 9-й ход. Ну, что-то как-то много ждать. А тут тоже... Ладно, давай вот это вот возьмем. У нас будет токсичный волк. Очень токсичный. Подожди, а другой персонаж у нас что, не получил? А, нет, получил. Ты посмотри. Ну, конечно, нет, мне это не нравится. Как только... Ой, нет. Получает 5 монеток каждый раз, когда атакует. Это совсем не круто. 30 виталити. Ну, слушай. Я даже и не знаю. Давай, наверное, все-таки вот это возьмем. И не думаю, конечно, что она нам пригодится, но... Что уж тут. Элитная битва. Нет, нет. Пускай лучше у меня монеты забирают. И я не готов к такому дерьму. Да. Отлично. Прошли по дороге. Таверна. У нас... блин. Ай, ладно, давай монастырь. Либо можно было бы зайти... Блин, видите, я бы, может быть, нанял кого-то, но нам не хватает монеток. Так что давай подлечимся. Ёлки-палки, 250 монет за лечение. Чё-то мне кажется, я немножко прогадал. Так. Что ж, войти в логово. И вот наша схватка. Что ж, я надеюсь, мы хоть как-то продержимся здесь. Все-таки, если нас было бы трое, мы бы постояли за себя как-то получше. Ну ладно. Посмотрим, к чему это нас приведет. Так, Мишка! Мишка, Мишка, Мишка! Он меня уже убивал, так что на этот раз, я думаю, у меня получится отстоять свою честь. Так, ну, пожалуй, стоит начать с защиты. Давай. Кому бы из вас дать защиту? Давай волку. Ну, слушай. Нам, в принципе, ничего не остается. Давай вот этим атаковать. Ах, я не успел. А, нет, могу атаковать. Так, кого бы из вас ударить-то посильнее? Медиум, медиум. Ну, у тебя, конечно, больше здоровья, а у тебя поменьше. Так что давай, наверное, тебя все-таки. Отлично! Неплохо, неплохо, действительно неплохо. Так, нанести... Слушай, ну, даже и не знаю. Тут...
В принципе, все равно, наверное. Давай попробуем. Я думал, он побольше своим двуручьем будет бить. Но нет. Так. Что ж. 9 урона и одно кровотечение. На него наложилось яд. Отлично. Слушай, да, это интересная механика. Так, ну что ж, мы можем переместить своего союзника. А, кровотечение. Кровотечение на них пока что я не вижу. Так что... Так. Можно было бы координацию сыграть. Ну, давай тебе сделаем Warcry. Так. Я смогу? Я смогу, по идее. Либо... Погоди. А, ну нет, он сильнее бьет, поэтому лучше на него. Так. Теперь. Слушай, нет, он... Получается, это... Да, мы наносим 12 урона. 12 урона. Ай... Так, давай попробуем. 24. Мы его убили сразу же. Он даже и не понял, что с ним произошло. Так, давай-ка переместим тебя вот сюда. Ах ты ж, не хватает. Да, это будет больно. Так. Отлично. Еще один яд. А этот накастовал на себя кучу усилений. Слушай, ну, я даже не знаю, как у нас это все пойдет. Нет, 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 ты что делаешь-то? Давай попробуем, пожалуй, с этого начать. Хотя можно было бы ударить и Мишку. А ударив Мишку, мы бы ударили его после топором, и у нас бы кинулось усиление. Так что давай попробуем. Отлично. Так, и теперь мы можем сделать защиту. Давай попробуем сыграть защиту. Так, защита, защита. Нанести 5 урона. Так, ну у тебя усиление, поэтому почему бы и нет? 9. Это учитывая его еще некоторые бонусы. Так, и что ты будешь делать? Ага, он откинул его. И он поменялся с ним местами. Так. Чё-то мне это не очень нравится, слушай. А, давай тогда попробуем... Даже я не знаю, что тут сделать ему. А, видишь, если бы у нас была возможность, я бы как-то вышел, а тут... Эх, получается как-то не очень. Хотя, погоди-ка. Мне интересно, это сыграет вообще? Так, давай попробуем. Да, отлично. 17. Так, а ты у нас, получается, сыграешь карту защиты. И еще одну. Еее, 25. Так, правда, на него накинулось... Накинулся яд, что, конечно, странно, но ладно. Так, а у этого уже 5 стаков яда. 14, 14. Бля, 14. Так, может, хватит меня бить, пожалуйста? Отлично. Фух, ну хотя бы волк выжил, слушай. Это, конечно, немножко... Не радует меня, сколько у него здоровья. Так. Слушай, что я могу сделать? Если бы, видишь, у нас был он на линии передней, то я бы кинул усиление. А так... Эх ты. Выходит, он у нас, судя по всему, умрет. Выходит, да, он умрет. Так.
Давай он тогда хотя бы умрет красиво. Так, мы, получается, по кому ударим-то? Восемь. Еще кровотечение. Надо было отказаться от карты. Что ж я так? Откажемся. 12. Даже не знаю, стоит ли. Вообще стоило бы. В принципе, он сейчас при смерти, поэтому ему ничего не помешает. Так. Давай. 16. Да, надо было раньше ее использовать. Так, пожалуй, защиту. 8. И давай попробуем ударить. Наверное, медведя. Я думаю, да, медведя. Он довольно сильно бьет. Так. Что ж. Ух, как их-то. И ядом, и кровотечением, и всем, чем только можно. Так, ну они начали хорька избивать. Слушай, может быть, даже мы и выживем. Ну, да, я думаю, мы выживем. У нас получится. Так. Давай. Я в тебя верю. Ты сможешь. Ты сможешь. Хотя, смотри, два. Блин, нет, я не смогу ударить этим. Смогу ударить страйком. Это получается 12. 17. Вот если бы я смог бы. Если бы у меня было 4, я бы использовал вот это вот умение и сразу же бы их убил. А тут, видишь, получается. Хотя. Может быть. Сработает на этом умении. Давай попробуем. Отлично. Так. И теперь бей медведя. Давай. Еще раз. Да! Мы его убили. Давай теперь защиту. Отлично. 5. Отлично. Пока что все неплохо. Неужели... Да, он снял ему защиту. Слушай, ну, ему, мне кажется, уже каюк, так что... Скотина, получай. Да, вот это вот, конечно, мощь. Надо было раньше, конечно, использовать... Уже, в принципе, все равно. Так. 12. Ну все, давай его добьем. Так, смотри, экипировка, либо карта. Слушай, ну экипировка звучит неплохо. Хотя, стоп, это мы все можем взять? Давай сначала карту. А, так, дабл тим. Нет, это действует на эту же расу, то есть... Акимбо. О, боже мой. Но это если у тебя два меча одинаковых, то тогда, да, это действует. Фух, я не знаю даже, стоит ли рискнуть нам и взять вот эту карту. Ну, выглядит как что-то неплохое, но она действует только если у нас есть еще один хорек или волк. Так что давай, наверное, стратега возьмем. Так, экипировка. О боже мой, Superior Heavy Armor. Вот что-что, а этого я, конечно, не ожидал. Так, ну ладно. Давай, наверное, волк у нас будет одет в это все добро. Так. А что там еще что-то нам предлагают? Нет, Medium Armor. В принципе, мне нравится, как хорек у нас чувствует себя на поле боя. И, как видишь, да, если у тебя есть ходы, то это круто. Так. Слушай, ну с одной стороны я бы ему повысил уровень. Я даже и не знаю. А тут все вроде бы неплохо довольно, так что давай рискнем. Кстати, что бы ты выбрал, пиши обязательно в комментариях. Я думаю, я попробую взять все-таки монетки, потому что уровень, видишь, я и так сейчас получу.
через сколько? 3-4 схватки. А вот монеты мне бы пригодились. Их у меня мало, к сожалению. Комбат, комбат, комбат. Эх, сколько можно схваток, я уже устал от них, если честно. Ну, посмотрим. Может быть, на этот раз у нас будет проще. Нет, 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 нисколько не проще. А, за что вы меня так гоняете-то, ребята? Скажите мне, пожалуйста. Ладно. Смотри, мы можем гвард сразу повесить. Ладно, давай, короче, сразу начнем с сильной атаки. По медведю, пожалуй. Хотя у этого топор, у этого тоже топор какой-то. Ну, в общем, да, нам нужно отыграть все карты с защитой. Отказываться я бы, наверное, не стал. Так. Ну, давай, наверное... Вот, получим защиту, получим еще больше защиты, разыграем еще одну карту защиты и, наверное, переместим себя, чтобы получить защиту. Да, ты понял, к чему это все идет. Так, а ты у нас... ты у нас бей тогда уж. Кого бы из вас ударить-то? Ну, у медведя больше всего, поэтому, да, его, наверное, все-таки стоит... А сперва выводить из игры. Если мы его не сможем вывести, то это, конечно, будет грустно. 38, 31. О, боже мой. Так, что у тебя? А, тяжелая броня. И у этого тяжелая. Так, надо было посмотреть мне на это дело. Что ж. О, ёлопала, у тебя одна выносливость. Боже мой. Это, конечно, не очень. Да. Что ж. Ну, тут мы можем, конечно, сыграть как-то по-интересному. И давай попробуем сейчас. Разыграем вот эту карту. И получается, мы будем бить кролика перед собой, чтобы получить немножко больше защиты. Так. Ну, давай. Так, отлично. Защита. Защита. Так, и у нас, к сожалению, больше нету возможности ходить. Так что, да. Придется выжидать. Волк просто смотрит на весь этот ужас, который происходит на экране. Так, 4 кровотечения. Слушай, мне это не нравится. Это совсем не круто, я бы сказал. Так, волк, может быть, ты будешь бить, например. Никогда не думал об этом. Что иногда приходится бить. А, надо было ему прокачивать все-таки выносливость. Это, конечно, полная упоротость, что у меня происходит на экране. Так, ну ладно. У него все еще... Да, у него все еще этот статус висит. То есть мы сейчас будем бить... вот этим вот умением. Сейчас. Отлично. И после мы, наверное... Можно было бы, конечно, разыграть защиту. Но мы ведь... Мы ведь знаем, как в этой игре все происходит. Так. Отлично. 34. И у нас хватит на Warcry. Ну... Давай немножко еще защиты. Хотя, стой, у меня кровотечений столько... Нет, 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 защиту. Больше защиты, бога защиты. Что ж. Так, на него повесилось кровотечение... Еще одна слабость. Так, этот получил на себя отравление. Ага. Ну, мы можем себя переместить. И мы можем дать здоровье нашему хорьку. Что, в принципе, тоже неплохо. Потому что
по сути, у меня этот персонаж, он выполняет роль саппорта, так что если такая возможность есть, то надо ей пользоваться. Давай ему восстановим здоровье. Ага. И мы, получается, его перевестим. Чтобы он у нас тогда атаковал противника перед собой. И сейчас мы увидим. Так, так, отлично, 50! 50 защиты! У него легкая броня, вы понимаете? Это магия, это просто магия. Давай карту защиты и вот так вот еще ударим по нему. Это, конечно... Это невероятно. 61 защита. Интересно, а я могу настакать на него 100 защиты? Мне кажется, при желании я мог бы. Да, вот, к сожалению, вот это умение я не могу на себя провести. Так. Что я могу сделать? Ну, ничего, по сути. Я просто бью перед собой. Всем, чем могу. А получить еще защиту. Так. А ты у нас атаковать не можешь. Бедный волк, мне его жалко. Он не может атаковать. Волк, держись, я с тобой. Хэштег волк, я с тобой. Давай. Так, ну его сейчас просто тупо убьют. Он ничего не может сделать. Так. Ну смотри, я могу нанести ему 10 урона и после ударить этим, повесив на себя усиление. А теперь я могу дать защиту. Что, в принципе, неплохо. Давай. Хотя, подожди. Ну да. Ну, вроде бы пока что у нас все неплохо. 94! Ёлки-палки! Я не увидел этого. О, господи. 94. Так, ну давай тогда... Тобой... Ударим медведя. Наверное. И после начнем избивать медведя. Потому что, ну, в общем-то, нам больше делать нечего тут. Да. Смотри, можем еще 10 защиты получить. И вот еще тебе, держи 5. О, господи. Ладно. 110 защиты. Да, я, оказывается, все-таки смог обойти рубеж, так скажем. Ладно. Че тут? Ну, короче, я пропускаю ход. Так, ну, у этих отравления с ядом, из-за того, что они били волка и хорька, к своему несчастью. О, господи. Это, конечно, что-то с чем-то. Ну, смотри, они бьют по нему довольно сильно. То есть, если бы не вся эта защита, то минус 60 здоровья, как бы. Это не хухры-мухры тебе. А, кровотечение. Ага. Так, ну, давай, может быть, ты у нас... А, эники-бэники, еле вареники. Так, ты у нас атакуешь. 12. А ты у нас кровотечение. Ага. Делать особо нечего. Давай. А, один раз? Я думал, несколько раз. Ладно, это странно. Эх ты. Ну, давай тогда защиту сыграем. Я, конечно, не знаю, зачем мне столько защиты, но в любом случае, почему бы и нет. Так. Ну,
пока что битва в нашу сторону, я вижу. А если они не начнут, конечно, атаковать волка, то все будет, по идее, хорошо. А давай... Что мы можем сделать? Эх ты... Ну... Слушай... Блин, я бы вдарил... А, вот. А, нет, не могу поменять местами, у меня нету вот этого вот. Вот этого вот самого. Ну, ладно. Нам придется тогда бить. Ну, ладно. Давай попробуем. Хотя, погоди, два. Это тоже два. Ну, да, тут ничего не остается. Что ж, пускай волк получит защиту. А ты у нас ударишь очень сильно и больно по этому бедному медведю. Которого ты уже там, не знаю, ненавидишь всеми фибрами души. Надо было раньше ее использовать, я бы тогда его убил, вы понимаете, что тут происходит. Зачем? Куда это все? Да, одно здоровье осталось. Я его просто сейчас бы убил. Так, на этого отравления... Ты понимаешь, что ты каждый раз на себя вешаешь отравление, мужик? Это как бы весело, но ты умираешь при этом. Так, ну это не очень хорошо. Ладно. Посмотрим, куда нас это приведет. Смотри. Фу, Warcry. Что мы можем сделать? Ну, в принципе... Да, да. Давай, наверное, его сделаем. Кого из вас ударить? Так, ну медведь умер. Медведь, по сути, умер. Так что тут уже ничего не сделаешь. У него 8 яда. Давай попробуем его ударить. 16. Неплохо. Так. Ой-ой-ой. Хотя у нас волк еще, оказывается, может ударить. Отлично. Так, ты умираешь? Странно, он не умер. Хотя, по идее, должен был. Так, ну, смотри. Удар топором. Давай, пожалуй, начнем вот с этого. А потом сделаем удар топором. А после уже, соответственно, такой вот ударчик. Так, и мы теперь можем получить немножко защиты. Так. Отлично. А чё, Мишка у нас умер? Умер. Куда он денется? Так, он ударит хорька? Да, ударил хорька, повесил на него кровотечение. Ну ладно, не страшно. Ну, посмотри-ка на это. Что ж. Давай координацию тогда используем. Отлично. И мы, получается, его сейчас убьем, наверное. Хотя нет, не убьем. Ему не хватает. Ему, как всегда, не хватает. Эх ты. 10 здоровья. 5 отнялось за яды. И он и решил побить нашего волчика. Повесив на себя еще немножко яда. Что ж, не так все плохо. Давай тогда. Так. Немножко его потравили. И все. Слушай, ну это, конечно, неадекватно. То, что я сейчас делаю, это просто, мне кажется, неадекватно. Давай, может быть, моментиум. Он бывает реально полезен. Что ж, и на этом, пожалуй, будем заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось. И если это так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.